Одна из важнейших задач в развитии Новой Москвы – это создание удобной и современной сети улиц и дорог, которая позволит москвичам свободно передвигаться по всем направлениям, не выезжая на МКАД. Самое очевидное решение – строить магистрали поперечного направления. Но есть альтернатива – вместо магистралей развивать сеть двухполосных улиц районного значения, таких как, например, проект улицы, которая свяжет Боровское шоссе с транспортно-пересадочными узлами Рассказовка и Мичуринец. Новая дорога пройдет вдоль улиц Федосьина и Самуила Маршака и параллельно полотну киевского направления Московской железной дороги. Пользоваться ей смогут жители районов Переделкино, Ближнее и Новопеределкино. А вот большегрузному транспорту путь в этом направлении будет закрыт. Согласно проекту, улица на две полосы в каждом направлении имеет ширину 17-18 метров. При этом движение на ней регулируется 10 светофорами с пешеходными переходами. Также запланированы два удобных подземных перехода, система пешеходных дорожек и уличного освещения. Нагрузка на прилегающую территорию сведена к нулю. Дополнительные шумозащитные экраны общей протяженностью около 1600 метров гарантируют спокойствие жителей. Ливневая канализация с тремя локальными очистными сооружениями защитит окружающую среду от вредного воздействия. Такой формат организации дорог – это большой шаг вперед. Строя вместо шумных магистралей комфортные улицы, город создает большой задел на будущее, сохраняя экологию и оберегая спокойствие жителей Новой Москвы.